Две двойки? Так еще только начало года! Ща я ему всыплю! В третьем классе до сих пор считать не умеешь? Вообще-то в пятом! Тем более! Ну давай вместе разберемся! Давай я сейчас загуглю этот дискриминант! О! Зимняя резина по две штуки за колесо! 4 на 2 это 6000? Так это надо брать! Пап, помоги с математикой! Давай, сейчас разберемся! Так, АХ, БХ, С... Где цифры? Кто-то думал папку провести? Иди сам свою латынь изучай. А ну-ка подъем. Сколько будет 7 и 8? Пап, ночь же на дворе. И что? Меня в 3 часа ночи поднимали, у меня от зубов отскакивало. 7 и 8. Вот исправил. Ну, сразу видно, моя школа. Твоя. Закрой рот и ешь. Куда ты лезешь? Вот убьешься, тогда я тебя точно прибью. Я вам что, там работницей нанималась здесь, а? Давай помогу. Да чё ты нам не поможешь, а? Ты же самый умный, что ли? Мамка побольше тебя пожила. Уж точно лучше знает, чем ты. Сынок, слушай, помоги, пожалуйста. Тут что-то с телефоном, чёрный экран. Может, вообще как он сломанный продали, а? Ну чё ты меня учишь? Меня уже поздно переучивать. Поздно, всё. А вот тётя Зина, слушай. Да, никогда не поздно учиться. Вот ты хорло, весь в отца. Ой, вы что, у нас такой умный. Чудо, а не ребенок. Ну весь меня. То есть тебе твоя качество важнее родной матери. Вот издевайся над матерью, да? Мамка плохая, а вот мама помрет, и будешь знать. А будет уже поздно будет. Ну ладно. Вынеси мусор тогда. И уберись в комнате своей. Да я просто хотел тебе мемчик показать. Ну, вообще-то ты мог по WhatsApp отправить. Вообще-то мы сидим в одной комнате. Да и интернета нету. Что? Погоди, это что значит? Ни фоточек в инсту, ни видосиков в ТикТок, ни почту на Mail.ru проверить? Тебе почта в Mail.ru? Да нет, ты чё? И что теперь делать? Ну, пойдем погуляем. Гулять без сторис? Что это такое? Ян, это собака. В инстаграме она выглядит иначе. Знаешь, а на улице не так уж и плохо. Видишь, а ты боялась. Интернет включили. Ну чё, как каникулы провели, рассказывайте. Мне вот новый телефон купили. Чё, Nokia? Тебе ещё телефонную будку подарили. Короче, камера здесь просто улет. Я уже пару видосиков в инсту закинул. А с айподсами? Угу, все видите. Я все экзамены на изи сдам. В отличие от вас. Малышка ревнует. Блин, ты чё, дебил? Где кадр? Ты мне, блядь, портишь видос для ТикТока. Так, сдаем телефоны на учительский стол. Конечно! Знал бы он, сколько он стоит, как 5 его зарплат. Светка, сколько решения второй задачи? Так, друг, я же сказал, как телефоны. Что, блин? Не случилось. iPad 10 Pro. Так, друг. Да это же не телефон, блин! Apple Watch. Так, вышла из класса. Как в Америке живут. Бля, полиция, дам, бля, быстрее, погнали, бля, Из ваших предложенных заданий выбрала одно задание. Для Дана он же проиграл. Короче, пойдешь купаться в фонтане. Да, в парке. И все будут тебя видеть. Вот как меня в автобусе, сука, так. Тебе и надо, блять. Погнали. Покажи, какой ты подготовленный. Блин, я что-то сейчас сама даже начала нервничать за Дана. Я реально думала, что там будет много людей. Ну все, ныряй, дорогой. Давай, у тебя же шапочка, ты можешь. Все нормально, релакс, под фонтанчик. Да,
бля, да быстрее, нафиг. Погнали, бля, пиздец. Яна, ты идешь в душ? Да, сейчас, сейчас, у меня просто какой-то бледный оттенок лица. Яна, мы будем завтракать? Да сейчас, сейчас, мне кажется, у меня появились новые морщины. Яна, это отпечаток от подушки. Ну мы идем или нет? Да погодите, блин, мне кажется, эта джинсовка меня полнит. Блин, ну что, реально столько прыщей на лице? Яна! Блин, эти штаны меня полнят! Что это было, блин? Мне тоже это было! Яна, ты идешь спать! Да погоди ты! Я пытаюсь запомнить свое лицо молодым. Вдруг я завтра проснусь, а я уже старуха! Опять играешь в свои игры, мусор даже не вынес. Что он без такой? А вот сын тети Зин... Так, это ты куда собрался? Погулять с пацанами. Опять эти твои гульки? А вот сын тети Зини маме огурцы помогает закрывать. Ну что, как дела у тебя? Нормально. Ну что, ты вот даже не можешь с матерью нормально поговорить? Вот сын тети Зини такой вежливый. Ой, молодец, не то что мой. А сын тети Зини в университет пошел. Смотри, какая красивая. Беленько с пиджаком, как будет красиво. Стой. А сын тети Зини носит и не жалуется. Вот знакомься. Это сын тети Зины. Ну, вы когда-то пообщайтесь, а я пойду на сторону. Слышь, батон, ты чё припёрся? Мы с твоей мамой заявление в ЗАГС подали. Пиздец. Привет. Слушай, а ты ничего. Я думал, будет хуже. Ну что, успели ко мне? Так, сразу? Секса уже полгода не было. Ну тогда к тебе. Ну тогда поехали ко мне. А можно пол порции? И без соли, и без перца. Я не люблю, когда острое, соленое, и когда дорого тоже не люблю. Привет, красавчик. Можно? А то у меня в горле пересохло. Но это моя вода. Ну я только глоточек. Первый раз тебя увидел, я сразу понял, что ты та единственная и неповторимая, которую я ждал всю жизнь. Ну что, опять? Про единственное уже говорил? Да. Быстро пошел домой. Привет. А можешь сделать заказик? Так, я хочу... Че, ты думал, я тебя не найду, да? Ты думал, я не видел эти обзоры на потоке, ты меня лохом? Да я тебе сейчас только щелбанов дадим. Ну что, черт пополам? Ну, тут скорее даже 30 на 70. Ты столько наела, так что... Слушай, нам нужно понять просмотр. Ну для этого нужно быть в тренде. Что сейчас в тренде, а? Ну, защита экологии. Ну, давай скажем в Инстаграме, что мы не пользуемся целлофаном или пакетом. Это надо записать. Так. Ну, погоди! Это же вырубка леса, не пользуйся. Точно. Запишем телефон. Погоди, не используй телефон. Да это загрязнение окружающей среды. Надо запомнить. Так, что еще? Давай скажем, что мы вегетарианцы. Не-не-не, веганы. Веганы сыроеды. Это... Мы вообще не кушаем, мы питаемся солнечной энергией. Это надо отметить. Я угловой пока сгоняю за бухлишком. Хотя нет, да, я на машине. А я пока захожу пиццу, бургера, колу и салфеток побольше, а то экономишь пипец, а? Пусть не жалею. Все, алло? Я быстро. Да, я хочу сделать заказ. О май гад. Вы попали до айфона? Да, давай. Вот смотрите, как новый всегда носился в чехле. Да, давай, давай. Стоять, вы куда? А деньги? Какие еще деньги? За телефон! Я мать, у меня ребенок! Как ты смеешь из меня еще деньги вымогать? Жмот! Это мой телефон, и я продаю его за деньги! Это 11-й айфон? Нет, это 10-й. Так ты меня еще и обмануть решил? Старье сучить, да? Я в этих делах прошарена, я знаю, что 11-й уже вышел. Ну-ка давай мне 11-й! В своем уме, я же в объявлении написал, продаю 10-й айфон! Теперь через весь город с ребенком ехал, чтобы ты не поддержанный, да еще и старый айфон продал? Ничего не знаю! Я что, дура, по-твоему, последняя? Так, знаете, я пойду. Я когда тебя увидел, сразу понял, что это шарашкина контора. Даже денег на нормальные айфоны нет.